намагаюся зараз правильно підбирати слова, щоб не перейти межу, але скажіть, будь ласка, що змусило вас винести цю проблему на публіку? Зрозуміло. Я би почав з того, що ви вжили слово «конфлікт». Це не зовсім вірне слово, тому що йдеться не просто про конфлікт. Йдеться про те, що, наприклад, коли я йшов на цю війну, коли вона почалася, і коли я пішов добровольцем на війну, пішов в Айдар, я пішов на неї як солдат, готовий бути солдатом, захищати свою країну і її народ. І я пішов для того, щоб бути солдатом, а не бандитом. Коли я став дізнаватись про злочинні, можна сказати, бандитські дії, до яких вдаються деякі з наших військовослужбовців, і які або не здатне припинити наше командування, або за деякими ознаками прямо прикриває ці дії відповідних військовослужбовців, розставляє на ключові посади, в тому числі і пов'язані з якимись фінансовими потоками, в тому числі пов'язані з якимись можливостями для злочинів. Я спочатку намагався щось зробити, не виносячи весь цей бруд на поверхню, бо говорити про це дійсно дуже неприємно. Можу сказати, що у мене і моїх побратимів за останній місяць відбулося 5 зустрічей. Я не буду називати конкретних людей, але це люди на вищому щаблі Міністерства оборони, не міністр, але, скажімо так, наступний рівень. І зараз настав час, коли ми не можемо не заговорити про ці ситуації, ці дії публічно. Ну, ще хотів сказати, що повністю підтримую Максима, не тільки я, фактично всі бійці батальйону «Айдар», огромне кількість цих людей, подавляюче більшість, дійсно, знають, во-первых, о том, где мы сейчас находимся, и поддерживают. Сейчас, как вы сказали, мы не согласны с позицией нашего руководства. Да? Так вот, я вам скажу так, что руководство сейчас занимается выборами, прежде всего, а ребята сейчас брошены. И, ну, знаете, это, честно говоря, поражает, когда, знаете, мы не понимаем, как может быть то, что те же бойцы, многие добровольческих батальонов, те же там ребята, некоторые активисты Майдана и некоторые там те же беженцы сейчас обслуживают фактически интересы прошлых политиков. Нам это правда непонятно. В частности, идет речь о таком человеке, как Сергей Граб, который вообще к батальону «Айдар» не имел никакого отношения. И с 1-10 вдруг он чудным образом оформлен в батальон, и дальше начались приключения. Я прошу, представляется заступником командира батальона, не знаю, чей это формально. Так. Никогда, в общем-то, он на передке не был, пару раз приезжал с нашими же волонтерами, там светил лицом, а у этого человека достаточно интересная история. Вы спрашиваете, что нас привело сюда? Да, элементарное, ну, просто понимание того, что там не страшно было, да, когда ты понимаешь, где враг. А здесь, по сути, человек, который имеет очень цветастую историю еще с Укрвоенстроя, задолго до Майдана, разграбив Укрвоенстрой, применяя его, в его же кабинете задерживал спецназ СБУ, а сейчас он протащился, по сути, рядом с нашим командиром. И, может быть, наш комбат Мельничук, может быть, не знает, кто с ним рядом, так пусть он обратит внимание, потому что, ну, непосредственно мне и многим людям, вот в том числе сидящим здесь в студии, были угрозы и реально физическое воздействие на девчонок. Сломали ребро волонтерам, которые тоже кормят, по сути, армию. В общем-то, не дадут соврать, что человек этот, фактически прикрываясь батальоном «Айдар», совершает преступные действия. Да? Завод в Миргороде атаковали. Мы можем сейчас прямой эфир даже включить одного из владельцев этого завода, там, где вдруг в Полтавской области «Айдар», машина с номерами «Айдар-02», да, там, в которой ездит Сергей Граб, фактически атаковала, вдруг увидела там сепаратистов. Да? И, ой, я прошу прощения, знаете, вот как интересно бывает, да, войну прошел, Майдан прошел, Бог жалел. А здесь вот приехал в Киев и вот травмировался. Поэтому вот нас возмущает то, что, прикрываясь именем батальона, действует обычное ОПГ. Да, есть воины, которые туда пошли защищать свою родину, а есть под маской батальона ОПГ, и многие об этом знают.